Волжская Булгария из глубины веков. Научно-документальный фильм снял ульяновский режиссер Борис Куломзин. Первыми смогли оценить историческую ленту студенты педагогического университета. Фильм рассказывает о государстве, существовавшем с X по XIII век в Среднем Поволжье и бассейне Камы. Идея витала в воздухе давно, потому что мы проживаем на такой исторически богатой территории. То есть здесь вообще представлены памятники, начиная с 8 века. То есть это еще не было Киевской Руси, а здесь уже бурлила, кипела жизнь. И эти памятники действительно есть, просто мало кто о них знает. Кинематографическая лента рассказывает историю некогда великого государства благодаря фестивалю реконструкции «Волжский путь», а также «Великий Булгар». Но главное, на чем основывается фильм – археологические находки, которые раскрывают исторические факты жизни древнего государства. И рассказывают о них ученые. А в Волжской Булгарии были развиты различные промыслы, ремесла. На высоком уровне находилось сельское хозяйство. По ее территории проходил так называемый «Великий Волжский торговый путь». Села Красная река в Старомайнском районе. Там найдены как раз вот яркие следы контактов, торговых контактов со скандинавскими купцами. Так называемая фибула, ну это булавка для крепления одежды, но она скандинавская и она датируется очень ранним временем. На городище Красное Чундюково еще 30 лет тому назад нам удалось раскопать яркую архитектурную постройку – плинфа, кирпич квадратной формы. Это древняя баня, которую планируют отреставрировать и превратить в объект музейного показа. Булгары стали прародителями поволжских татар. В этом году отмечается 1100 лет со дня принятия ислама в Волжской Булгарии. И путь, по которому пришли послы из Багдада, пролегал в том числе и по территории современной Ульяновской области. География съемок фильма ею не ограничивается. Булгария располагалась также на территории Пензенской, Самарской областей и Татарстана. По этому же маршруту пройдут показы киноленты. В свободном доступе мы сможем увидеть ее в конце января.